Всем привет! Twice! Наконец-то мы сделаем реакцию на Twice. Песня называется как? What is love? What is love? What is love? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt twice. No more. У нас наконец-то появятся девушки. Девушки! Да. Мы очень редко делаем не девушек, но... Давайте посмотрим. Раз, два, три. О, это громко. Я здесь хочу. Я здесь иду. Я здесь иду. Ну и он такая отличная женщина. Не, прикольно вот это. Кудри. Не важно. Она типа непопулярная ученица. Да, 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 да. О, чоньон. Прикольно вот этот мяч. Это же кадры с «Привидения». Вау! Фильм «Привидение» 90 какого-то. Да? Смотри, Деми Мур. Офигеть. Мина! Обожаю ее. Классная. Чио. О, это же это, криминальное чтиво. Зи. Ой. Зию. Я обожаю Зию. Красивая. Это Ромео и Джульетта. Угу. Они взяли эти самые популярные кадры. Это Ромео и Джульетта, да, точно. Это же когда это что у нас? Леонардо Ди Каприо. Леонардо Ди Каприо, да. О, что у него на них зайчик за парней? Вау. Из нее красивый парень. Ла-ла-лен. Ла-ла-лен, ты уже ла-ла-лен. Ла-ла-лен. Вау, супер. Тоже за парня здесь. Красотка. Такая красотка. Ой, Дахён милашка. Дахён. Вау! Мне нравится эта парочка. What is love? Блин, они очень красивые. Вау, классно по этому образу. Принцесса. На бал собираются. Да. О. Вау. Вау. Какая красотка. Леон. Да. Блин, какая красотка. Чион. Вау. Это же фильм «Дневники принцессы». А, да? Вот это тоже знакомый кадр. Не помню. Красивая. Без понятия. Они как будто фильм смотрят, да? Да, точно. И видят себя. Наверное, уже красотка. Ой, мама. Вау. Блин, они популярные, они типа... Это какая-то, знаете, они же фильм. Дневники принцессы. Не только дневники принцессы, а ты где этот? Ну, как не классно. Она была не популярна, просто популярна. Да. Я все равно не могу. Давай. Просто слушайте, мне понравилось. Мне тоже понравилось. У меня обычно песни Twice у меня с первого раза не заходят. О, это прям классно. Мне понравилось. И сюжет интересный, потому что они взяли отрывки из самых популярных фильмов. Они сразу узнаются вот эти сами вот эти фильмы. Это очень классно. Девочки, красавцы. Яркий, такой позитивный. Ну, вы поняли по нашей реакции, кто у нас есть, кто нам нравится лучше. Кто нам нравится? Ну, мне точно нравится Мина, Чион и Ци. Остальные тоже не нравятся, но вот эти прям второй класс. Тебе кто не нравится? Я ко всему хорошо отношусь.
Она просто хорошо относится. Ладно, всем спасибо за просмотр нашей лекции. Та-да-да! Аня! Девчонки тоже занимаются.